Дорогие друзья, добро пожаловать на мой канал. Сегодня вместе с вами готовим очень вкусные лимонные маффины с маком. Очень простая, вкусная домашняя выпечка, готовится очень легко и просто, как всегда. Итак, в небольшое замесочное блюдо отправляем 3 яйца, 200 граммов сахарного песка и все хорошенько перемешиваем венчиком. Добавляем 120 граммов растопленного сливочного масла и все снова хорошо перемешиваем. Натираем цедру от одного лимона. Старайтесь захватывать только верхнюю желтую часть. Нижняя белая часть немного горчит, поэтому ее в тесто не добавляйте. Добавляем сок от половины лимона, 1 столовую ложку мака и 1 чайную ложку ванильного сахара. Все так же хорошо перемешиваем венчиком. В муку всыпаем 1 чайную ложку разрыхлителя, все хорошо перемешиваем и вводим муку в 3-4 приема. Замечу, что у меня в этом рецепте ушло 150 граммов муки. У вас может уйти на 10-20 граммов больше или меньше. Тесто должно получиться по консистенции как густая сметана. Все, дорогие мои, тесто готово, осталось всего лишь разложить его по формочкам порционным и отправить выпекаться. Из данного количества теста получается ровно 12 крупных маффинов. Духовку разогреваем до 180 градусов, равномерно распределяем тесто по формочкам и отправляем выпекаться. Выпекаются такие кексы примерно 10-15 минут. Ну вот и все, вот такие прекрасные, шикарные кексы у нас получаются. Предлагаю также взять 50 граммов сахарной пудры и 2 столовые ложки лимонного сока и приготовить изумительную лимонную глазурь и покрыть шапочки кексов этой глазурью. С такой глазурью кексы обретают еще более насыщенный лимонный вкус. Ну все, дорогие подписчики и просто гости моего канала, поделилась рецептом, готовьте с любовью, с удовольствием, а я с вами прощаюсь, спасибо за просмотр, за лайки, пока-пока!